Итак, всем привет! Сегодня я иду на фотосессию в качестве модели. И как бы со мной вязался мой парень. Типа он мне тащит рюкзак, как бы полезная вещь. И вообще тащит наши отношения. Притом я заплатила за проезд за двоих, как бы. Я не понимаю, вообще нафиг мне это? Я в районе, который я вообще не знаю. Около химзавода города Владимира. Ну, ладно, сейчас разберемся. Если что, ищите рядом с химзаводом нас. Чтобы вы понимали, локация устрашает. Если что, я уеду. Все, мы уедем под дождем. Вот такая я иду. Я сделала макияж такой нюдовый. Прическу обязательно. И собрала два образа. Кстати, по луже видно, что дождик капает. Ну ладно, идем быстрее, чтобы тоже не потекла. Чтобы вы понимали. Это все так и задумано. Это тоже, кстати, это все так задумано. Вот студия воздух. Мы должны позвонить. И открой. Открывай. Сюда, Настя. Вот. Вот такое тут место. А, я поняла, где моя знакомая фоткалась. Вот, мы должны понять, смотрите, этаж. То, что идем. Мы пришли. Закончилось. Мои впечатления. Классно, да, поработали, было интересно. Я как человек, который уже давно занимается фотографией, уже что-то такое вспоминала. Как диафрагма, вот это ISO, я как бы даже подсказывала, извините, да, я тоже умею это дело. Вот. Но я, короче, на съемке поняла, что мне хочется быть боди-фотографом. Это, ну, прям сейчас, по крайней мере, у меня такой период, что... Не, конечно, я когда увидела фотографии, там мне показали, что получается, я такая, вау, я красотка. Да, а потом такая, я тоже хочу пофоткать. Вот, поэтому двоякие ощущения. Вот, ждем конечного результата. Лёша меня прождал час. Вот, поэтому он огромный молодец. Все, и несет дальше рюкзак.